Руководитель областного департамента образования Татьяна Крымова провела традиционный брифинг для СМИ. На нем она сообщила об улучшающихся показателях орловских школьников на ЕГЭ. В этом году наилучшие результаты выпускники показали по русскому языку, профильной математике, физике, истории и географии. Чуть хуже школьники справились с экзаменом по обществознанию и литературе. Но связывает это в облдепартаменте с фантастическими успехами выпускников 2020 года. Мы отмечаем улучшение результатов по большинству предметов по сравнению с государственной итоговой аттестацией 2019 и 2020 года. Лучшие результаты по русскому языку, по математике профильного уровня, по физике. Ну, сегодня мы уже говорили о информатике, по истории, по географии. Это те предметы, которые с 2018 года ребята очень хорошо сдают в Орловской области и повышают свои результаты. Сегодня хочется поблагодарить педагогические коллективы наших общеобразовательных организаций, которые в сложных условиях, когда мы полгода практически находились на частично дистанционных формах обучения, на электронном образовании в связи с распространением коронавирусной инфекции, даже в этих условиях педагогические коллективы смогли, используя весь свой опыт, все возможные формы получения образования, дали качественные знания нашим выпускникам, что и ребята продемонстрировали на государственной итоговой аттестации.